Всем привет! Сегодня я хочу апнуть две легендарки. Именно две. То есть я сначала апну принцессу и также бревно. Ну да, бревно чуть-чуть не хватает одной карты. Но я прямо сейчас ее куплю. Прямо сейчас. И все, можно апать. Ну что ж, давайте. 50 тысяч на одну легендарку. Та-дам! Даже заскриню. Так. Красота. И принцессу также. Угу. Эту принцессу я капец как долго, конечно же, собирал. И смотрите, эта колода вообще, ну чисто вообще можно и в глобале использовать, и в испытании. Я ее собрал не по фану. Это не фан будет бои. Это будут просто бои обычные, ну показывать, как что эта колода может творить вообще. Так. Что ж, сливаем просто карту. Смотрите, бревно убьет, походу, да? Нет, не убило. Я думал, что убьет сразу. Так. Вот, у него пека, то есть надо слить как-то у него зап. А, что-то он вообще... Ладно, сейчас сольем как-нибудь зап, и тогда поставим адскую вышку. Ну ладно. Что-то не очень. Хорошо, армию скелетов. Ага, слили зап. Нормально. Ну ничего, для этого есть еще и банда гоблинов. Ай-яй-яй. И опять же напрягаем противника, ставлю принцессу. Да, нормально. Ничего себе, половину хп отняло у варваров. Хорошее бревно. Мы уже вышку, в общем-то, снесли противнику, а он, ну, немножко покоцал. Сейчас подойдет пека, и я поставлю адскую вышку. Подошел. Ага, нормально так. Фуф. Хорошо играет. Ля. Очень хорошо. Ну ладно, я так делаю. Танк ставлю и кидаю гоблинскую бочку. Да, у него есть все же для дефа. Что ж он так хорошо играет. Хотя нет, уже даже и адская вышка не надо. Да блин, нет, по-любому более-менее хорошо играет. Так, так. Да, нормально. Ну вот и все, в общем-то двушка сейчас будет. Я двушку хотел. Ну ладно, почти. Давайте еще один бой сыграем, чтобы посмотреть против другой, как деки она тащит. В испытаниях, если вы играли, то часто могли бы видеть ее. Она одна из самых популярных там. Так. Тут нет никаких ни стрел, ни фаера. Тут все делает принцесса, конечно же. Так что надо ею уметь играть. Ой. Да, вот тут бы не помешал сейчас фаербол. Мощное бревно, однако. Так. Так.
Как всегда, напрягаем противника, кидаем хублицкую бочку. Подождите, у него... Ну да, у него зап убило. Ха. Идем по другой стороне. А противник не промах. Видите, противник еще ни одного дамага не нанес. Прошло 1.5 минуты. И вообще даже не покоцана вышка. Ракету используем. Так. Против элиток вообще на изи дефаться, потому что тут, ну, почти все против элиток. Принцессу за вышкой никогда я не ставлю, лучше вот так ставить. Это намного увеличит ее шанс выжить. Так, вышку я уже снес. Да, осталось только дефаться. Оп. Ничего себе так. Да, конечно же, четвертые легендарки тащит очень хорошо. Давно уже мечтал о них. Принцессу собирал что-то около 1.5 года. Может, ну фиг знает. А вот бревно у меня было еще вчера 7 из 10. Я за вчера выбил 2 из сундуков. И еще один, получается, в магазине. Прям при вас я купил. Так, ну и давайте еще один бой, чтобы сундук добить и все. Так, принцесса есть. Так. Вот так вот сделаем. Ой, чуть-чуть пропустил дамага. Ну ладно, это не так уж много. Ай, блин, и принцессу слегка криво. И что это он ничего не кидает? Да, блин. Все, сдался, что ли? Да, но это вообще не интересно. Ладно, завершаем сдачу боя досрочно. Так. В общем-то и все, можно на этом уже и заканчивать. Показал я вам в основном, как играть ею. Что ж, на этом аккаунте еще одно будет последнее видео. Ну, точнее. Хотя, да. А, вот, еще сниму про испытания. Точнее, холдик снимет. И все. Давайте, до встречи, друзья. Всем пока.